Здравствуйте, уважаемые подписчики сообщества «Талантливый Рома». Представлюсь еще раз, меня зовут Анна, я из города Атаки, Республика Молдова. Вы видели уже наверняка видео, где наши Рома протестуют, и их не принимают в больнице, нас всех не принимают в больнице. Говорят, просто не хочу. Социальные выплаты не дают, никакой помощи нет, люди не имеют возможности работать, у них не на что содержать свои семьи. И я бы вас хотела попросить, я волонтер, я еще делала, оказывали помощь, мы также собирали средства, я бы хотела вас попросить посоучаствовать нам в этом, пока мы решим эти дела, потому что народ очень сильно нуждается. Не то что на грани бедности, они уже вообще реально... Некоторые семьи остаются без продуктов, без еды, без лекарств. Я уже об этом не говорю, так как вообще нет никаких средств. Очень бы хотела вас попросить, всех неравнодушных, дай вам Бог счастья, здоровья, пожертвовать кто как может. 50, 100, 200 рублей. Неважно. С миру по нитке. И добро вам вернется в бумеранг. Всем доброго времени суток. Сейчас вы посмотрели видео Анны Руско, город Аттач, Молдова. В первом видео, которое она присылала 2 дня назад, она рассказывала о том, что в городе Аттач поликлиники отказываются принимать цыганский народ, отказываются им оказывать медицинскую помощь, выписывают лекарства, как взрослых, так и детей. Сегодня целый день мы пытались связаться с поликлиниками города Аттач. Также мы пытались связаться с Министерством здравоохранения Молдовы, которое находится в городе Кишинев. Все телефоны молчат, нигде нам не отвечают. После чего мы посмотрели в интернете, на официальных сайтах Министерства здравоохранения, вы также можете зайти на них и посмотреть. Там очень много сообщений от цыган с просьбой помочь им, потому что они не могут связаться с Министерством здравоохранения о том, что им отказывают в медицинской помощи в городе Аттач, все поликлиники. Мы находимся в России, Молдова – это другая страна. Мы не знаем их законов, что у них происходит. Может, у них какие-то изменения в стране. Но мы надеемся, что завтра мы сможем созвониться с каким-то учреждением и узнать все-таки, что там у них происходит. И надеемся, что в ближайшее время ситуация в Молдове исправится, и люди смогут жить спокойно, как и раньше. Им также будет оказываться медицинская помощь, будет также оказываться поддержка от государства, как и раньше. Сейчас мы знаем, что в городе Аттач, Молдова, сократились пенсии до минимума, сократили социальные выплаты до минимума. В тяжелом положении находятся цыгане, проживающие в городе Аттач, Молдова. Анна Руско является волонтером «Талантливая Рума». Она проводила подобные мероприятия. Есть видео, но эти видео мы не выставляли ранее. Это очень добрый, отзывчивый, порядочный человек, который всегда старается помочь своему народу. Эти видео находятся в архиве, они с мая месяца. Сейчас вы их сможете увидеть. Я надеюсь, что ситуация в стране скоро нормализуется. Я не думаю, что будет продолжаться долго. Но сейчас цыгане, проживающие в городе Аттач, находятся в тяжелом положении. И мы можем им помочь все вместе. Им действительно тяжело сейчас. Помощи ждать сейчас неоткуда. В «Талантливый Рома Ньюс» я знаю, люди отзывчивые, которые умеют слышать. Я надеюсь, что сейчас вы меня услышали. Эти люди, которые сейчас в Аттач, им очень тяжело. Они действительно нуждаются в нашей помощи. Я уверен, что, как и всегда, я могу на вас надеяться. Всем добра. Nada.
Jesus, ó Deus, tu que pene. De quem te as vai te de amor? Nadará Nadará Poder penel Nadará Te dará Que o Jesus trai lá Un sol del tu que pene Y creem que has vaicho de amor Nada Que me siento sanada שמיים בארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך על יד ימיניך יומם השמש לא ינקל כאן וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור אתך We'll be right back.